Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами Гиацинтус. Поздравляю вас всех сегодня с 1 апреля 2019 года. Да, ребята, это мы снова в греческом парке. Сейчас мы прогуляемся. Главной особенностью, вот смотрите, сейчас активируют лифт. И, наверное, сегодня он уже будет работать. Я узнала только, что у механиков, которые его сейчас активируют, будет ли лифт платный. Нет, пока еще он будет бесплатным. Но и такой вариант со временем тоже не исключен. Я уже в прошлом видео все объяснил. Кто не понимает, о чем я сейчас речь говорю, я оставлю линк на это видео в описании. Ну и давайте прогуляемся по греческому парку. Это 1 апреля сегодня, да, а людей, как вы видите, очень мало. Но сейчас у нас всего лишь только 8:30. Но точнее 8:26 на моих часах, поэтому, в принципе-то, людей и немного. Так, фонтаны. Фонтаны пока отключены. По идее, их должны включить где-то днем, ну или в любом случае, где-то после 10-11 утра, я точно не знаю. Ну вот уже фонтан наполняется водой, смотрите. Вот, видите? Сегодня запустят почти все фонтаны. Ну, этот однозначно должны запустить сегодня. Наверняка возле оперного театра, это однозначно. Так, особенно греческий парк. Вы уже, в принципе-то, видели. Но я вам еще не показывал Стамбульский парк. Давайте пойдем посмотрим Стамбульский парк. Прямо сейчас. Угу. Спасибо. Вот, только что сказали, после 9 фонтаны включат. Так. Я еще сегодня вечером приду, уже перевели часы на час вперед, я не уверен, что конкретно сегодня смогу до вечера подождать, чтобы показать вам, как все будет светиться красиво, но потом мы вернемся в греческий парк, посмотрим, может уже лифт включили, но тогда и прокатаемся уже заодно, почему бы и нет, в принципе. В отличие от фуникулера, он бесплатный, пока что. Ну а сейчас мы идем в Стамбульский парк. Но перед этим я бы хотел посмотреть, а что это такое тут у нас? Это под лестницей опоры. И еще выше. Да. Пойдемте в Стамбульский парк. Так. Ой. Ой-ой-ой, извините. Да, почему долго видосов не было? Я сильно заболел. У меня был бронхит. Да и сейчас остатки, поэтому сразу извиняюсь заранее, если буду кашлять. Извините. Так. Тут у нас детская площадочка. Вообще весь этот парк разбит на множество вот таких террасок, если так сказать. Сейчас все рассмотрим по порядку. Ну, давайте рассмотрим вот эту вот... Ну, скульптурку такую. Ладно. Здесь у нас карта, значит. Указатели. Вот. Засвечивается солнце, плохо видно. Ладно.
Там подъем наверх. Здесь фонтан. Фонтан, как вы видите, пока еще не работает. Пока еще. Но уже тоже наполнен водой. И как и обещали, надеюсь, уже к 9 он будет работать. Так. Дальше, я думаю, вот как можно сделать. Либо прервать съемку и подождать 9, чтобы показать вам уже, как работают фонтаны и лифт в греческом парке, наверное. Или сейчас все снять, что необходимо, а потом уже только показать фонтан и лифт. Мне кажется, вариант 2 будет немного правильнее. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Я никогда не привык ничего откладывать на следующие разы. Начал снимать сейчас, вот и буду снимать сейчас. Зачем это откладывать на какие-то другие разы? А вот, посмотрите, здесь очень много вниз идут дорожек. Так, вот сейчас мы пройдемся по ним, пожалуй. Так, вон там такая беседочка в конце, но мы пойдем не так. А мы пойдем вот так вот. Также вы видите везде такие вот деревянные досточки, набиты на вот эти каменные бордюры. Но это такая импровизация скамеек, как вы уже догадались, да? Вот так человек, чтоб сел на эти досточки и сидел. Не очень удобно, с моей точки зрения, но не беда. В парке есть и нормальные скамейки, в принципе. Так. Здесь такая вот тренажерчики. Ну, мы пойдем еще ниже. Фонари. Так, мы идем еще ниже. И вот уже в камеру побросается что-то интересненькое. Такие вот объемные многогранички вдалеке. Сейчас мы к ним подойдем. Сейчас. Да. Вон они. Ну, это чтобы по ним покарабкаться можно было, в принципе. Ой, что-то портится изображение. Ладно. Вон впереди тоже тренажерчики. Смотрите. Тут дорога поднимается наверх. И мы снова спускаемся еще ниже. Давай. А вот, в принципе, и спустились. Вот здесь вот такая беседочка есть интересная. Освещение тут есть? Нет, походу, что нет. Ни LED-лент, никаких других освещений я тут не вижу. Ладно. Если спуститься по вот той лесенке, то, в принципе, эта лесенка приведет нас на... Извините, я не помню название этой улицы. Ну, вон, дорога к морвокзалу, короче. Ну, не помню, я забыл название. Ладно. Напишите в комментариях, если знаете название. Так. Ну, а мы сейчас поднимемся наверх по этой лесенке. Почему бы нет? Ну, там есть еще один спуск, как вы уже поняли. Ступеньки довольно крутые. Я молодой, мне не очень тяжело, ну, а людям с возрастом, конечно, ну, можно было сделать лесенку не такую крутую, в принципе-то. Ой.
А, вон, на пересечении два спуска. Вот спуск. В стиле булыжной мостовой. Ну и вот лесенка. О. И вот мы снова вверху. Ух. Вот дума. Ну и вот мы сейчас пройдемся. Вот такая, видите, травка интересная, с такими разными оттенками. Но на самом деле она не настоящая, это настил, кажется. Хотя нет, смотрите, вот, понял, вот это вот настил, вот это, а вот там, где более зеленее, это настоящая травка. Тут есть и настилы, и настоящая травка. Вполне возможно, что это и не настил, но просто было сообщение, что здесь где-то меняли настил. Я толком в этом не очень разбираюсь, поэтому если я сейчас сказал ерунду и ошибся, поэтому извините. Но новости были, что в Стамбульском парке меняют настил, поэтому вот я так говорил. Вполне возможно, что я что-то не так говорю. Ладно. Мы снова выходим. Еще одна беседочка, фонтан. Вот тут спуск, который насквозь лестницу вот так. Вон там. Лестница мы поднялись, а вот еще этот спуск наклонный. Так. Вот несколько лесенок наверх. Здесь у нас такие скамеечки. А вот еще интересная штука. Вот такие вот краники. Ну вот вентили тут поснимали, сразу понятно, что они не работают. Ну что же, ребята, осталось дождаться включения фонтанов. Я тогда прерываю пока запись. И давайте дождемся, когда же включат фонтаны. Огромное спасибо за просмотр, не прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, включайте уведомления, чтобы не пропускать интересненькое. Пока!